В общем, к Фоку юбилейному привезли такие тренажеры, 11 штук. Очень красивые, функциональные. Причем здесь могут заниматься также на многих из этих тренажеров инвалиды. Для разных групп мышц это всего 1/3 от того, что мы планируем поставить. Каждый тренажер оснащен блинами. Очень функциональные, внешние, эстетичные, на которых можно заниматься на самом деле очень эффективно. И по своему функционалу они ничем не хуже, чем тренажеры зальные.